Положение Луганской Народной Республики сложное. Киевская хунта бросила на наши города огромное количество войск и техники. Каратели целенаправленно уничтожают инфраструктуру. Ни для кого уже не является секретом тот факт, что мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. В этих обстоятельствах руководство республики должно работать на пределе своих возможностей. От этого зависит не только качество жизни луганчан, но и сама их жизнь. Понимая все это и трезво оценивая свои силы, я принял решение временно оставить пост главы Луганской Народной Республики. Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту во благо луганчан в сложное военное время. Мы уже провели консультации с коллегами из исполнительной и законодательной власти и решили обратиться с предложением возглавить нашу республику к Игорю Плотницкому, нынешнему министру обороны. Однако я не собираюсь покидать фронт, я луганчанин, здесь мой дом, и я продолжу бороться за наши общие идеалы. Я уверен, что наша борьба завершится успехом. Наше дело правое, победа будет за нами.